И всем привет, вы на канале Hamster Start. И сегодня я играю в Knight Hit ножики. Я начала недавно играть в эту игру, но уже заработала много прикольных ножиков. Есть такой вот бананчик, если не ошибаюсь, это томат. Это у нас что? Это апельсинка. Это тролл, это вот, это недавно совсем получила, называется моя карамелька. Боск. Так, далее какой-то вот этот вот у меня еще есть, но мы играем вот за то, как мне больше всего нравится. Купила я также вот такой меч, вот такой прикольный, вот такой. Так, ну, давайте, опа, и мы, наверное, уже приступим. Как отсюда выйти-то? О, господи, я не знаю, как отсюда выйти. Что, издеваетесь? Облом. А, вот все. Плей, мы начинаем играть. Бум. В принципе, не сложно. Главное, нужно свой палец натренировать. Когда я начинала играть, у меня вообще очень плохо получалось. Когда мне было лет 7-6, я играла в эту игру на своем планшете. В нее было очень круто играть. Я прошла там все уровни и решила ее удалить, потому что как бы я собрала все ножи, которые там есть. Я забыла яблочко взять. Та-дам! Далее. Советую вам эту игру, она очень классная. Опа. У нас тут пончик, я помню его. Он прикольный, блин. Я не могу продолжить игру, потому что я играю без интернета, так чтобы не было рекламы. Мне пришлось кучу кусочков вырезать. Вот, поэтому, к сожалению, не получится. Все только по чесноку. Эх. Мне в последнее время я начала замечать, что мне не везет ни в каких играх. Вот. Также хочу попросить вас написать в комментариях, хотите вы, чтобы у меня был новый игровой канал или новый канал там, где у меня будет распаковка всяких бумажных сюрпризиков. Первое видео выйдет уже очень скоро, только на моем основном канале. Вот, пишите обязательно, мне важно каждое мнение всех моих 10 хомячонков. Поэтому давайте. В прошлый раз вы, наверное, не увидели никакой кнопочки подписаться. Оно все было в подсказках. Мне не получилось сделать конечные заставочки, но в подсказке были. Поэтому обязательно пересмотрите ролик и зайдите в подсказки. В правом верхнем углу. Там кнопка подписаться моей подруги. Плохий док. И моя, и также видео. Так. Я хочу заработать этого пончика. Да блин, это нереально, слушайте, это нереально, я очень хотела заработать. Эх, ладно, давайте хотя бы, вот я уже насобрала на один новый ножик, и почему-то мне прям выскальзывает изо рта слово меч. Ну, ножик это надо. Прям в яблочко. Так, опять сыр. Так. Ай, опять. 55 ножей я пульнула. Я пока еще в этой игре не делал никаких особых рекордов. Как раньше это было дело.
последний ножик остался. Иногда в начале вместо помидора или вместо сыра попадаются какие-то сложные уровни. Пока вроде бы нет, только вот после вот таких вот с красным бревном. Ай, опять не получилось. Все 8 ножей. Так. Что делать? Опа. Ой, я прям одним ножом два яблока беру. Классно. А, это что это такое? Хотя бы 60 ножей. Давайте, должна быть норма 70 ножей, ну, пожалуйста. Я, короче, сейчас сосредоточусь. Попробую нормальное количество сделать. Чиз. От него тоже есть нож. Господи, мне не получается. Реально. Так. Я, кстати, только вот недавно вот взбрело в голову снять этот видосик. Потому что нет уже никаких идей, но скоро будет, не переживайте. Я уже все планирую заранее, а вот что сейчас снимать, я пока не придумала. Что тут у нас? О, это очень трудно, но я ее получила в прошлую, когда была маленькая. Ой, она трудная. Господи. О, почти. Нет, ну что такое? Это нереально все. В общем, я не планирую больше 60 ножей втыкать в эти бревна. Ну видите, я неисправима. Так, третье бревно идет. Опа. Четвертое бревно. Пятое. Это у нас томат, как это здесь написано по-английски. Шестое бревно сейчас будет. Да, вот оно. Ай! Ну, блин. Не получилось тут. Что такое? Ну, почему? Ну, почему? Я скачала какой-то новый редактор и попробую редактировать это видео на нем. Не знаю, если вам понравится, тогда пишите об этом в комментах. Продолжать на этом новеньком или на старом лучше. Или, может быть, если вам не понравится, я вообще не буду на нем редактировать это видео. Не знаю, в общем. Это что ж такое? О, ну 84, уже неплохо. Ну уже неплохо, хотя бы 84. Но я помню, господи, вы не пугайтесь, но у меня было 200. У меня было 210 рекорд или 211. Я не помню. Но я была сама в шоке, если честно. Апельсинка, люблю апельсины, но у меня на них аллергия. Печалька. Кто любит апельсины, ставьте лайк.
еще раз, кто не знает, кто не услышал, эта игра называется Knight's Hit. Если кому интересно, могут скачать. Господи. Я вам сейчас покажу в настройках, какой у меня рекорд. Когда умру сейчас, я первый проигрыш. Ой, господи, даже некуда ставить. Ай, блин, я же ставила. Ой, я случайно нажала на кнопку. Я хочу сейчас умереть специально. Вот, вот так. Настройки, значит, где тут написано, то я не помню даже. Я не туда нажала. Ходите, или туда. Где это? О, подарочек. А, он только с интернетом. Что-то я не могу найти. Ну, давайте сейчас, короче, купим новенький ножик. Опа, смотрите, какой прикольный. Он раздвоится, что ли? Как-то, господи, раздвоится. Ну, в общем, неважно, раздвоенный он. Вот. Давайте еще немножечко сыграем. Мы будем, наверное, уже скоро заканчивать, потому что ролик уже идет 12 минут. Если не получится, то, наверное, сегодня у меня тоже будет видео там, где будут не подписаться, не заставки, в общем, не кнопочки, а будет подсказка обязательно. Вот запомните, что часто будет подсказка. Ай. Ладно, на этом было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Fluffy Dog, подписывайтесь на канал Лизы Михайлова. Ну, обязательно посмотрим мой прошедший видосик, там, где я играла в другую игру и была пончиком. Вот, как я стала большой и опять стала маленькой. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока.